вами я, Влад Павлюченко, и сегодня, простите, что не было так долго видео, прям очень долго их не было после последнего. Сегодня, короче, мы продолжаем защищать домик, я продолжаю защищать свой домик хорошенький, свой дорогой домик, посмотрите, дорогой. Также ко мне подключится друг специальный, но, ребят, мы ждем его, потому что я сам, просили меня, чтобы я снял с другом, с каким-то, не с Ромой, там, с другом каким-то. Так вот, он сейчас подключится, и мы будем играть с ним. И вы узнаете, как его не будут звать никак, то есть его никто просто детектив, не будет никакого русского ника. И я сейчас пока дорогу отсюда. Вот так будет идти. Он должен подключиться. У него говорит проблему какая-то сейчас. Ну, я его ждать буду. И вы будете ждать. И мы вместе с ним построим хорошую защиту из второго слоя лавы. То есть, ну, первое это уже, ну, что-то мне интересно. Что-то хочется в двойного слоя добавить, чтобы точно прям никто не смог пройти сбоку, сверху, снизу. Также мне была идея все вот это замаскировать, но бункер мне что-то ломать не хотелось, поэтому... Да и будет некрасиво, если... Так, то это типа какой-то амбоста, что ли. И... Да, я не обращаю внимания на звуки. Там у меня всегда звуки такие, что-то... Смотрите. Он, наверное, не подключится сегодня, но может быть и подключится. Кто его знает? Может быть и подключится. Ну, я не знаю. Может быть и нет. Ну, у меня сейчас будет такие... Я попытаюсь подключить его, поэтому пока что паузу поставлю. Сегодня, короче, будет без друга, простите, но он не сможет подключиться. У него неполадки с интернетом, все такое. Короче, неполадки такие. У него, короче, отрубили интернет, и сейчас он сидит там. У него еще строительство какие-то мешать будут ему говорить, поэтому и микрофон у него, мне кажется, слабый. Старый телефон у него. Можно ему потом отдать. Так, ладно, смотрите, что делать будем. Если не получается к нему подключиться, тогда будем сами делать. И это видео вот будет хорошим, мне кажется. Так, давай двойной слой сейчас будем делать, ребят. Так, но перед этим я хочу, смотрите, сейчас должен вот это врубить. Вы знаете, вы некоторые не знают, но это на Android 8 вот такая есть. GameCraft Minecraft. То есть для игр. И я хочу сейчас это уйти. И вот сейчас, блин, тут некрасиво, но смотрите, начинаем, наверное, как всегда с этим, но вот, смотрите, это, короче, так будет, типа я случайно защиту сломал. Хотя, может, и свинка в него попалась. Сейчас я закопну сюда, пускай горит. Надо тут не лохануться, а то сожжешь еще свой дом, если он у вас из дерева, и потом вырвется на искать. Это сначала надо выкопать там. Просто все выкопать. Мы сегодня просто вот это сделаем, может еще в конце видео. А тут, кстати, у меня почему-то у Ромы фаната было 9 подписчиков, поэтому давайте на меня подписывайтесь. Вы что, думаете, я бросил канал свой? Нет. Я не бросил этот свой канал, у меня этот канал будет остаток. Он почти моё всё. Поэтому я не буду бросать свой канал, но вместо этого смотрите, что будет. Сейчас мы выпустим хороший обзорчик с фанатом, как-нибудь. Потом мы с ним, знаете, поругались, но сейчас, может быть, и будем снимать. Может быть, и будем снимать. Так, я что-то неправильно сделал. А, все правильно сделал. Все правильно делаю, думаю, что-то не по плану пошло, что-то.
Так. Это будет у нас лицо. Так. У нас, кстати, я не знаю, у него там дом есть. Но он не живет, ребят. То есть, я даже могу доказать, видите, все, я один играю в Майнкрафт. Он не играет сейчас. Но он наконец интернет, может, мы с ним сыграем. Потому что у меня тоже его нет, но его был, мы его отключили, поэтому мы не сможем никак поиграть, простите. Но я попытаюсь даже в заводы снять. Да, вот попытаемся вот заводы. И снять наш объект. Мы будем с заводы с фанатом Про и может быть даже Алена Лайк. Подключиться к нам. Это если что, подписывайтесь на нее и на WhatsApp, подписывайтесь на эти все каналы, которые я выскажу. WhatsApp по-английски пишется. Это Максимин канал. Он тоже по Майнкрафту называет. Он просто не знает, как название писать там. Он просто иногда пишет. Петя там. Так, продолжаем запись. Мы только, наверное, сегодня это делаем, потому что времени не хватает. Ладно. Так, ломаем. Восьмой андроид. Сейчас я покажу быстренько дом этого Ромы. Вот он. И мы что-то тут построили. Я не понимаю, что. Это типа у него... Мы, по-моему, строили магазинчики. У него потом вырубилась запись. У меня потом вырубилась запись. И все. И потом мы больше не видимся. Так, это типа... Это, я знаю. Бункер его. И он тут... Ну, бункер его ходит нормальный. Даже сундук добавил. Я не заметил. Ты равно мере тут, значит. Потому что я не замечала сундуками раньше. Сейчас закрывать надо бункер его. Это еще подписчики запалят. Подписчик его ушел тут, где-то был гулял. Или он через спавнился. Ушел. Так, это я у него типа магазин, что ли? Блин, ну что-то у него не допихал. Обычно он должен допихать его, но... Ну, защита я поблагодарю. Защита у него нормальная, правда. Вот. Сами попробуйте вот такую защиту войти, да. Дом фаната пробует. Домик, ну мне можно входить. Не против будет. Как это было? Ну как. Это как его душа пожелает. Вот все такое. Ну, короче, хороший домик тоже. 5 звезд ему ставлю. Защите 5 звезд, а мы магазину и дому. Поэтому 3 звезды все. Магазину и бункеру. 3 звезды. Потому что надо было хотя бы бункер улучшить там. А он его не улучшил, из-за этого получил 3 звезды. А магазин он не достроил. У него вырубила запись, у меня вырубила запись. Мы, короче, все это сохранили, но не... Но я не хочу это показывать вам на канале. Потому что будет глупо. Так, давайте. Если что, мы потом залезем в лаву. Так большая запись получается. Вон уже 8 минут как длится. И про сервер обязательно выйдет серии. То есть про сервер и про город выйдет. То мы будем снимать фанатом Бро, поэтому пока фанат Бро не согласится на это все. Да это тогда, может быть, мы не снимем. Но я надеюсь, что он согласится с этим, если ты смотришь фанат Бро. И мы снимем с тобой про город, как мы прилетели на самолете. Построечки будут у нас. Обязательно улучшили дома своего. Так, и уже можно уже ничего как. Это можно уже залить. Вот теперь аккуратно надо заливать. Оп. Так, блин, да когда она туда идет? У меня очень большая защита. Блин, мне даже, ладно, мне трудно ее делать, поэтому давайте поддержите меня лайками, комментариями, подпиской и колокольчиком. Я буду рад. Так. Как фанат про меня говорил, поэтому я, ну, сделаю хоть какую-то защиту, чтобы к моему дому хотя бы перепрыжку нельзя было пройти вот так. Так, пройти перепрыжку. Если лоханулся, то все, падаешь и горяешь.
Ну вот это я ставлю. То есть из дома как буду выходить? Это об этом потом подумаю. То есть, ну, например, можно вот так выйти. Ну хорошо, все, ну ладно. Не скоро, но выпущу. Обещаю. Что-то по плану что-то пошло. Во-первых, что произошло? Что? Мой дом теперь горит. Что произошло вообще? Так, вот убираем. Что он что-то сломал? Блин, потом построил. В серии. И это надо тоже брать. Ну, что-то намного лучше, да. Это уже сравнили, наверное. Вот у меня большая крепость. То есть никто из не сможет пройти. А можно в серии, знаешь, когда мы его блок поставим при входе, чтобы... Все поджигались. Как он говорил мне, да поставь ты надо, но я ему говорю, нет, и даже лаву не хочу ставить. Блин, что я жгу-то все это? Блин, главное еще свой дом не поджечь, а то мне... Да, если я буду Ладно, я шучу, я не буду ругаться тут ни на каком просто шаге, потому что дурацкая лава. Ну ладно, вот такие маты типа могут. Блин, поджигаю, я не хочу поджигать. Вот был, когда вы убиваете, и вас сразу поджиги. Поджоги, когда вы строили куда-нибудь одну машину, застроили вы защиту. Вот так. Делаемся. Разливаем. Все уже надо делать. Я в следующей серии построю этот блок. Ты как я подбегаю? Ты прям, ребят, видите? Вы видели, когда я специально подбегаю сюда? Нет. Ну и паутину еще сожгло. Теперь еще больше делать надо. Блин, ну я не рваюсь всегда. Просто бесит, когда я ставлю лаву не в том месте, она просто горит. Чё, не знаю. Вот сюда поставил паутину, он ставит ее не в том месте. Да вот, видите? Как? Че вообще, ребят, ни при чем тут? Вы даже лаву поставили. Она ставится на паутину и лажу. Возжигается. О. Фанат. Блин. Ребят, можно говорить его на эту прому, можно ему кое-что сделать. В его защите. Хороший. Смотрите. Для дома. Надеюсь, он не обидится. Когда... Смотрите, мы ему потолок тут сделаем маленький. Все.
То есть теперь никто сверху даже не может пройти, а то можно упасть сверху где-нибудь, блоками построиться, упасть сверху. И все. И все. И считайте, что вы попрали в дом фаната ПО. А я ему улучшил защиту. Кстати, я смотрел уроки, они хорошие, но в фермерстве есть такой каждый не знаю, но в фермерстве надо реально же поливать обязательно, там находить воду. И, короче, морковкой может пропадать, если вы только завели, а он я так сказал, такой, ну, некоторые знают этот факт. Плавная защита. Чё, фиг, блин. Сейчас я выключу запись на паузу. На минуту. Вот это дурачок. Всё! Всё, ребята! Всё! Блин, пошла она. Так, можно, смотрите. На доме фаната ПРО попрощаться. Давайте полетим туда. Дома фаната ПРО. И ставим на его... Ну, вот в него доме будем прощаться. Мы так всегда по традиции делаем. Будем. Правда, я не подрался, потому что боюсь. Убьёшь фаната ПРО? Надеюсь, ты меня не убьёшь, если я расклинюсь. И делаем. От третьего здесь спереди. Всем, всем... Ой, что с моим скином? Ну ладно, потом поменяю. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Комментарии, колокольчик. Пока-пока.